Звонок в спасательный отряд от диспетчера скорой помощи поступил в 6:50. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на дороге Джугасочи в районе поселка Лазаревское. В автобусе находился водитель, он только вышел на линию. Спасатели эвакуировали трех пострадавших из легковой машины и передали их медикам. Для того, чтобы деблокировать погибших, иногороднего водителя и пассажира, спасатели и пожарные срезали крышу Форда, так как передняя часть кузова была сильно деформирована. По предварительной версии, данное дорожно-транспортное происшествие могло произойти по причине утомляемости водителя. Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, к водителям, к пешеходам, к гостям нашего города о необходимости соблюдения правил дорожного движения во избежание неприятностей на дорогах. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших.